сезон-то начался. Сезон? Ну, начался сезон. Что делать-то будем после ковида? Слушай, ну за границу выпустят не раньше сентября. Окей. Больше того скажу, раньше сентября там и делать нечего. А еще важный момент, нечего и не нужно. А я слышал, уральские ребята, они куда-то ездят каждый год? Что-то какую-то технику там тестируют, что-то такое. Уральские ребята каждый год ездят на испытания, на перевал. Какой перевал? Дятлова. Дятлова, это же там, ну такая, там история, это секрет. Ну, какая-то история, я не знаю, что там за история. Что они там делали, я не знаю. Кто это были, я тоже не знаю. Но мы туда ездим. И поедем. Что это едете, не знаю. В смысле поедете? Когда поедете? Если сегодня вторник. То поедем мы в четверг. Три дня туда, три дня обратно. Подожди, я не услышал на Уралах. На Уралах. Ну, на мотиках с колясками. А на одиночке там проехать-то можно? Народ туда на квадриках ездит. На одиночках. И на УАЗиках. Квадрик-то мы найдем. Одиночку, может, кого-нибудь пригласим еще? Четвертым, пятым, может, поинтересней? БМВ, одиночка, ГС. Владимир Владимирович, здравствуйте. Скажите, а у вас в тестовом парке какие сейчас гуси имеются в наличии на злой резине? Мне кажется, он серьезно настроен. Какая погода обычно бывает в это время на Северном Урале? Бронзовый загар. 25 и вообще мошкары нет. В Якате встречаемся в четверг утром. Все, забились. Отлично. Ну, все, погнали, что. Билеты на почте. Китров отправил. В четверг вечером в Ирбите, пятницу утром. В четверг утром в Якате, четверг вечером. Ирбит. Вечер. Ирбит. Пятницу утром стартуем. Все. 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 Чтоб никто не забыл. Чтоб никто не забыл. Чтоб никто не забыл. Чтоб никто не забыл. Я вылетаю в Лондон. Участвую в Конституции, в поправках и выиграю грин-карту. Это был в***ь. Очень. Многие советские города выросли вокруг заводов. Многие из них уже давно не существуют. Ирбитский мотоциклетный завод – единственный в России, который в 2020 году успешно производит мотоциклы с коляской, продает их по всему миру, каждый год модернизируя конструкцию, чтобы соответствовать современным нормам. Каждый день на завод выходит 140 сотрудников. Они собирают 1200 самых известных русских мотоциклов в мире. Ну что, куда? Стой, стой. Егор, мы добрались до тебя? Да. Егор Курмачев, коммерческий директор завода ИМЗ. Стаж вождения мотоцикла 22 года. Мы выбрали Урал. Ну, это естественно. С вещами можно уехать только на Урале и еще с двумя пассажирами. Нормально, нормально. Не прошло и суток, Владимир Владимирович. Как вы подъехали к нам с Москвы? Слушайте, я у вас тут перчатки свои забыл. Владимир Чайковский, глава бизнеса BMW Motorrad в России. Стаж вождения мотоцикла 29 лет. Это же грузовой мотоцикл. Ну, у нас есть место, да. А у тебя что, нет, что ли? Так а зачем мне, если есть специальный мотоцикл? Да, будьте добры, а то что-то тут. Что это вообще? Ты нам привез такое красивое. Ребят, я вам вот что могу сказать. Комфортная история по асфальту, по гравию, по легким бродам. Конечно, я не знаю, как
там мы будем его в гору тягать, но для этого у меня есть тут маленькое приспособлено. Вот. Ты подготовился? Я немножечко подготовился, зная, Егор, что нас может ждать. Вот такая маленькая штучка, посмотрим, как она будет. Мы же забыли самую главную нашу с тобой. Я понятно, он подготовился, у него же одно колесо ведущее. Но у нас-то привод на коляску есть подключаемый. В крайнем случае, я зацеплюсь за вас. Здесь уж я на вас надеюсь. Захаров едет. Ого, Фина. Вещь. Нормально. Димон, где взял-то? Парни, мне кажется, я пригнал фаворита нашего заруба. Смотрите, какая штука. А, ездить не умею. Б, прав нету. Желтый цвет моей мечты. У меня вопрос только один. А где, черт возьми, наш друг Хитров? Хороший вопрос. Мы же с ним сидели 2 дня назад, разговаривали в хонки-тонки, он сказал, что едет. Четверг вечер Ербит, пятница утро старт. Все. Все, чтобы никто не забыл. Давайте тогда до завтра в 19.00, база Вижай, 700 километров. Наконец-то мы отправились в путь. Впереди нас ждет широкий асфальтовый проспект длиной 600 километров до самого северного города Свердловской области – Ивдель. Короче, мне вот так надо было в Питер вчера. И я сегодня в ЕКАТ приехал, и я уж думал, вы там. Здорово. А где квадрик? Не получилось. Машкары нет. Так мотоцикл выглядит, когда на абсолютно ровной, чистой, нормальной дороге водитель выбирает полную жопу. Причем специально. Мне все удобно. Ты панораму сделаешь? Dragonfly, Россия. Понтуешься? Вейдерсы мембранные. Quad Pro Grey 2020 XXL. Димон, ты XXL? Я, да. А вот это здесь затягивает. Все, кино не будет. Все нажрали. Все. Туда, Казахстан, а в ту сторону столько же до океана, только там нет нихуя. Казахстан там. Да, нет, там. Нет. Хорошо, туда океан. Запад там. Запад. Вот там. Северный ледовитый океан. Казахстан там. Туда океан. Вот где у тебя вот эта точка, там Казахстан. Хорошо. И там нет ничего. Люкс, доставка к самому центру событий твоего боевого верного коня. Квадратик доехал. Я думаю, что я говорил, он будет фаворитом на этом участке. Асфальт не получилось.
Все эти споры, за эти деньги я могу купить то или неважно. Весь вопрос, кому что нравится, где что лучше работает, кому что зашло, не зашло. Посмотрим. Это петрошина. Петрошина, это, короче, да, это резина для зимнего мотокросса без шипов. Чтобы. А вот это знаешь зачем? Чтобы возбуждаться. Ну, это хороший вопрос, да. Пупышка, блядь. Это, короче, когда едешь по курумнику, вот, по вот этим вот всем, ну, дорожкам, медведя чесать. Вот, он подходит к подушке. Вот так вот чешется. Пошли, быстро доску берем. После нескольких месяцев в душной квартире мы все понимали, что попали в рай на земле. Нетронутая человеком природа Северного Урала, чистейшие реки, прозрачный свежий воздух, бескрайние просторы, невероятно вкусное ощущение начала большого приключения. Дорога была тренировочная, да? Ну, это была засечка. Не, огонь дорожка, на самом деле. На завтра? 5 рек. Сначала планы. 5 рек. Первая. Саума. Вторая. Северная Ташемка. Третья. Витьяминтево. Ёпта. Четвертая. Тасамья. Пятая. Лозьва. Потом Ушпа, а потом Ушма. Да, а потом Ауспия. Вот так это где задание. Подвох? Рассказывай. Везде, кроме Вижая, мост, говорят, построили. А где в туман? Давайте я вам налью. Уходят корабли. Вот это вот какая? Вторая. Ой, кайф. А мне очень хорошо. А мне сегодня весь день просто спасало дружба. Когда я просто тонул в грязи, и только голова уже была, я уже и мотоциклом, и последние пузырики воздуха засасывать пытались. И я говорю, вытащи меня. Скотина! А он говорит, да, сейчас я айфон только достану. Такой кадр, такой. И это так здорово, ребят. Это просто очень круто. Я вас люблю и обожаю. Спасибо, спасибо. Мужики, договорились. Завтра утром решаем каждый, что на чем кто выбирает. И валим. Кто на чем едет-то? Здравствуйте, парни. Наша задача откатать на самом деле всех на всем, чтобы нам составить каждому, чтобы был багаж на езды на одиночке, на коляске и на квадре. Вот. В разных режимах, то есть там по бродам, по. Ну я бы сейчас вот Урал выбрал, честно. Ну езжай на Урале. Вот. Сейчас едешь на Урале, как брод будет, тогда на БМВ. На одиночку. Блин, я знал, что будет какая-то подстава.
этого моста не было. Он был, его построили только в этом году. Брод был вот. Что такое? Это позор. Нас отбирают. Наш? Нашу дичь. Удовольствие просто отбирают. Нашу дичь просто... Просто вот крадут ее. Слушай. Димон, я вчера Wi-Fi видел. Я в нем был. Сознаюсь. Как так? А ты, извините, белый туалет фаянсовый видел? Я не просто белый туалет видел. Я видел солнечные батареи. Там, по-моему, пятерочка где-то над горе открылась, нет? Магнит. Магнит. Слушай, а реально? Или монетка? Главное, чтобы не азбука. Димон, там магнит открыли наверху. Мотор! Камера! До следующей реки, короче, меняемся. Мотоциклами. Димон с Чайковским едут на колясках, а мы с Егором едем на кузнечиках. Вот, а там дальше поглядим. И посмотрим, что из этого выйдет. Да. Мужики, короче, я лажу сегодня. Нет, не лажу, просто на самом деле наша вина. Мы тебе больше не посмотрели, что привод включен, не включен. Ты-то откуда знаешь, как это все? Один раз в жизни в Америке включал привод на русском мотоцикле. Слушай, да не запаривайся, там впереди еще. Самый из них. Все, я понял. Самый опытный, походу. Вейдерсы крутые! Я, короче, стоял. Ну что, по пояс в воде. Засадил Урал в речке. Вообще не промок, ни капли. Так комфортно сейчас, как в домашних тапочках. И даже не потею. Есть поверье на Северном Урале. Если пройти к Царским воротам, 33 несчастья случится. Вот мы, короче, подальше эти Царские ворота отъезжаем. Не дай бог. Вот этот палец, которым надо газовать, реально он устал.
офигенная вещь, что вот к всему надо привыкать. Я вот едешь, наполняешься каким-то, знаешь, таким здоровьем, что ли. Вот так потрясывает. Объезжаешь эти кочки. Кайф. Дали вот эти вот прям туда. Смотришь и думаешь, это же, блядь, Земля, планета наша. Хрен увидишь, когда вот так из города. Даже не могу понять. Вот знаешь в чем? Маневренность какая-то такая. Он не переворачивается, юрки. Ни с чем не сравнить ощущение. Урал сближает. Пассатижи нужны, да. Шестигранник боком поставим? Куда ты поставишь? Отойди. Молоток и зубило, я понял. Димон, да ладно, реально? Шестигранник, отвертка и вороток? Пробовали заводить? Да. Да. Комар. А компьютер в конце подключишь? Да, можно.
телефон. Все, зашли. Во, и бутылки. Пойдем, у нас там... Алёна! Вы на правый борт вешаете, там 6 человек в машине. Отходим. 1,5 миллиона в каждой луже глохнет. Твою мать. Икона мотоциклостроения. Толкаем его. А нет, не глохнет вот. Вот не глохнет. И... Ну так же. Блять, у меня просто ноги глохнут. Ну давай. То есть... Собака, ты же понимаешь, что дело не во мне. А? Поехали, чё вы? Раз, два, три! Три! Не, не пойдёт. Ехать на перевал Дятлова, ты не понимаешь, куда ты едешь. Вот реально, ты просто не понимаешь. Когда ты сюда приезжаешь, ты понимаешь, что да, что-то как-то не то совсем, что ты ожидал. После вот этих вот видосиков, которые диванные эксперты смотрят. Вот, мне кажется, каждому диванному эксперту, который про перевал Дятлова знает все, нужно сюда просто доехать. И все. Я теперь знаю, что такое доехать до базы Ильича. Да давай про BMW.
Про Урал это говори. БМВ я героически утопил два раза. Нет, третий раз я спас его. Значит, ногу отломил или нет, не знаю. Сейчас будем смотреть. Распакуем мотобот и будем смотреть. Сломался. Все молодцы. Антоха красава. Дима Хитров и Егор Курмачев вообще космическая бомбичка. Мы их будем в гонке запускать. Вместе навсегда. Флэт-трек, короче. Вот. Владимир Владимирович, как всегда, стабилен. Немецкое качество. Я вам, знаете, что могу сказать? Да бог с ним. Во-первых, мы сегодня на всем просто, на всем проехали. Я на квадрике не успел. У нас еще квадрат. Я ездил на квадрате. Я Володя ездил. Знаешь, что такое квадрат на теперь. На квадрате. Квадроцикле, в мотоцикле с коляской за рулем. В коляске. На буксире мотоцикл. Да, альтернативные виды транспорта. Мы под дождем делали мастер-класс для комаров, как быстро. Я думаю, мы сделали вот этот норматив завода, как быстро поменять свечки в БМВ. Да. Как промыть водкой цилиндры. У нас все получилось, вы это увидели. Обезвоживание водкой. Да, у нас вообще сегодня... Как проехать по дороге, по которой, в принципе, проехать нормальный человек, в общем, не может. В целом, как проехать на буксире, на мотоцикле одиночке. Особенно я полюбил правые повороты в левом прицепе. Муа. Зато сама лебедка, сама концепция-то, она просто чудесная. Она уже сейчас работает. Лебедка отработала. Вообще реально. То есть мы сегодня проверили технику и себя на прочность. И, в общем, пока... И то, и другое выдержало. Так что я вас поздравляю. Хочу жрать. Я тоже очень хочу жрать. А мы все мокрые. Но я могу сказать, что в Dragonfly я не мокрый. Я мокрый. Ну, у меня ноги мокрые, потому что туда все равно заливает. Но поскольку там неопрен, мне не противно. Давай, почти, давай. Я пошел. Все, ходи. До ветра. А ты включил Enduro? А я потом включил Enduro Pro. Enduro Pro включил. Блядь, я подлетаю, я... Как вот... Главное, не зови. А что, Юля, хватит? Я тебе позвонился из базы Ильича. 27 июня. 2020 года. Владимир Николаевич Курмачев, директор завода ИМЗ, обладатель пожизненного статуса «Почетный испытатель ИМЗ». Стаж вождения мотоцикла 50 лет. Зачем вы сюда ездите с 2013 года? Задает вопрос мне и Геннадию Анатольевичу, с которым мы уже туда третий раз едем. А со всеми коллегами, которые здесь есть, основной состав, вот с 2013 года это получается уже вот 7 лет. Зачем сюда едем? Я ему говорю, вот есть у «Синей птицы», у Сереги Дроздова, ныне покойного, песня про море. Вот там все сказано, зачем сюда едем. Вот там все сказано. Я лучше не скажу. В море ходят пароходы, совершают переходы. В море ходят пароходы, туда-сюда. А тебе не догадаться, для чего в морях скитаться? Для тебя любое море – одна вода. Большое спасибо всем, кто принял участие в этом мероприятии. Матюль. Антоха, спасибо тебе большое, что ты нас спонсируешь, что ты сам первый раз сюда приехал. Большое спасибо. Дима Хитров, который нас, так сказать, надеемся в этом году, в следующем году, на Байкальской миле будет, так сказать, представлять. Мы собираемся туда съездить. Отдельно, может, по целине будет. Димон, короче, я на трассу потащу. Или на трассу будем. Один товарищ, с которым мы ездили, он сказал, вся моя жизнь разделилась до и после того, как он побывал на перевале Дятлова. Вещь. Не выйти. Мы уже привыкли с такими ключами работать.
можно сказать? Нет, значит. Там было всего лишь колесики сделки на детском велосипеде. Ну, сзади. Виталию попадем, я же. Ну, чтобы не падать. Это волшебная атмосфера лагеря. Почувствовать настоящую свежесть утра, умыться в реке, выпить чашку чая, приготовленном на костре, и позавтракать вчерашним супом. Мы уже давно забыли эти простые радости, живя в большом городе. Знаешь, у меня после вчерашнего что-то с мимикой. С мимикой. Смазать что-то, да? Сейчас, знаешь. Как новые. Скажите, а что с мотоциклом? Младший, вставай! Нехорошо, когда мотоцикл лежит. А что происходит? 50 на 100. Сметану сливают. Мне кажется, здесь и сейчас доют BMW. Выкипело бы, господи! Сейчас проверим масло первой заливки на Урал, только на BMW. Идем, идем! Николаевич, да вы езжайте, мы вас догоним и обгоним. 10 раз еще. Она еще распухла, падла. Тоха на квадрике. И ты бежишь сзади, голый, с трусами. Подожди. Удаляется в лес. Бензопилой еще будет? Нет. Сюжетная линия оборвется. Коллеги, вот сейчас старт, да? Едем на перевал. Тут недалеко, 26 километров. В прошлом году из 6 Уралов доехало 3. Бэха пала на 12-м километре вместе с Владимиром Владимировичем. Уже вот эти вот зарубки есть. Есть. 12-й километр. Он очень мужественно ехал, но сил хватило только на 12 километров. Вот 26 километров, да, из них 15 ехать можно, а дальше нет. 13 нет, да? Тяжело совсем. То есть вот ради чего мы везем вот тот желтый мотоцикл, это для того, чтобы он эти 13 километров как-то проехал. А если он проедет? Все, можно в серию. Да, да, все. Но он и так вроде нормально все едет. Вот этот парень. Алексей Долгополов. Шеф-пилот, испытатель ИМЗ. Вместе с братом Сергеем чемпион России по мотокроссу с коляской. Опыт вождения 25 лет. Должен открыть дорогу вот этому желтому мотоциклу. В массы. В массы. В австралийские массы. Новозеландские. Южноафриканские, английские, колонии. Японские. Короче, во всю колониальную Британию. Да. Вот, золотые слова. Был один год, там один сидит такой на камешке и говорит, ты, Дятлов, ты туда поперся. Три посыла сегодня. Надо опробовать гуся вдвоем, преодолеть вот этот вот планку 12 километров. А третий я забыл. А третий, поехали. Поехали. We'll be right back.
на удачу, присядь. Все присядьте. Не работает мотоцикл. Поломался. Поломался. Ну да, оставь его здесь. Безобразный сервис, конечно. Блять, ну другого ближе нету. Давай, чуть-чуть. Давай, еще чуть-чуть можно. Стоп. Второй. Так делать нельзя. Запомните. Но нам надо. Говорят, что разминка была неплохой. Вот, сейчас начнутся водные процедуры плюс силовая. Мы не ожидали найти снег на перевале в начале июля. Сил бороться и толкать вперед мотоциклы, автомобиль и квадроцикл уже не было. Деревья, за которые можно было зацепиться лебедкой, были далеко. В этот момент в голове была только одна мысль –
добраться до камня, и мы пошли пешком. Самый древний способ путешествий оказался самым надежным. Сколько людей уже прошли этот маршрут до нас? Пешком, на лыжах, с огромными рюкзаками, в самых разных погодных условиях. Среди них были и они, 9 туристов из группы Дятлова, которые навечно остались в истории благодаря своей непреодолимой тяге к путешествиям. Самое мудрое транспортное средство – это BMW 850, который вовремя сказал. Я в лесу вас подожду. Каким образом ехал Урал, я до сих пор не могу понять. Да. Меня больше всего, знаете, что порадовало и вдохновило. Мотоцикл, да, Урал с трехколесной, с приводом. Но он доехал ровно туда же, куда доехал четырехколесник, и куда дальше он ехать не смог. Я был уверен, что четырехколесник, да, и УАЗик подготовленный, да, проедет. А самое главное, вдвоем, together. Together, можно пообщаться. Это можно пообщаться. Да, мы делились впечатлениями. Вчера, когда мы приехали, делали вид, что нам было сложно, это был вопрос вообще. Просто лажа. Мужики, пойдемте обратно. 30 километров, welcome. Не 30, сначала 4 пешком. Ну что? А потом еще 22, как мы любим. Все, погнали. О, мои ножки бежали по дорожке. Вот и все. Мы достигли нашей цели. Сил не было совсем. Нам предстояло спуститься с перевала до базы Ильича в темноте. Но мы даже не предполагали, что нас ждет впереди. Выбирайте мотор бензиновый, поскольку дизельный не греет ни рожна. Бабушек, берегите от печали, не Как водички, Дим? Остываю. Интервью по горячей жаре. Ну, это все, поперся, а? Да. Вот просто вот вопрос. Ага, я понял. Синий хотел. Отлично. Ага. Прекрасно. Я так в жизни, по-моему, никогда не уставал вообще. Димон, а ты не напрягался раньше? У меня произошло полное переосмысление того, что такое настоящий мото-вояж. В компании, на мотоциклах, на квадроциклах, на вообще на чем угодно. И для меня вот это вот место, да, перевал Дятлова, это что-то такое, что проверяет силы, способности людей жить. А вот там у меня было пара моментов, когда вдруг я начинал осознавать, там наверху в снегу, когда все уже мерзли капитально, что ситуация такая, что она реально начинает нести некую опасность для здоровья, там, для жизни. Не то чтобы это страшно, но ты начинаешь вдруг, у тебя мозги так чпок, и ты эту ситуацию вдруг начинаешь представлять очень серьезно. Ты представляешь, как ты ночуешь, как эти бедные дятловцы там. Это ощущение, оно настолько для вот нас, живущих в таком рафинированном обществе. И вдруг понимаешь, что вот оно пришло, что вот
вот он экстрим, вот только тут и есть, а все остальное это игрушки наши, там хобби. А я вчера много раз задумывался о том, как бы оно было, если, например, я один там ехал. Зачем? Ну зачем-то, например, сбился с пути. И вот ты вспомнил про вершину, про снежок и про все эти дела. Там тоже я словил маленький такой нюанс. Блин, сейчас это, значит, хрень не починится. Мы здесь застрянем. Ну ладно, что, сейчас что-нибудь растопим, разожжем, в принципе, и переночуем, перезимуем. Но я потом перекладываю это на ситуацию своих обычных путешествий, когда я где-то еду один. И я понимаю, что вот в текущей ситуации я бы на самом деле крепко бы обделался, потому что это конкретно было достаточно экстремально. Я серьезно, я до сих пор, вот уже время прошло, как бы вроде должно было перевариться это все. Я не понимаю, как это туда заехало и как это оттуда спустилось. Я не понимаю. Мозг абсолютно отказывается в это верить, что это возможно. То есть я понимаю, когда квадроциклы, которые там туда... Как вот эта штука, ты едешь, видишь вот этот камень, который, ну, по-любому должен снести тебе пол мотоцикла вместе с ногой, скорее всего. Ты зажмуриваешься и бум, дальше уже едешь. Как? Вы знаете, что у него пришла стадия, что у Димона пришла, наступила стадия смирения в какой-то момент? Ну, правильно, я сидел, я просто сидел в жестяной ванной, по которой, пока вот просто вот так вот по пояс в воде с ногами, и по мне снизу битами, по-моему, или какими-то чугунными штуками били. Просто в какой-то момент он охал, ахал, а потом пришел дзен абсолютно. Я смотрю, что такое, я плохо еду, нет, я газуй. Просто у него мантра была «газуй». Я вижу бульник, я понимаю, что этот бульник, он где-то прям как раз вот по дороге моего копчика. Я понимаю, что сейчас вот придет вот этот вот «ой», а оно как-то раз и нет. И... Ребят, спасибо вам. Ну давайте вчетвером как-нибудь. Я когда ехал, я безумно завидовал двум парням, которые все это абсолютно в комфортных, вальяжных условиях просто снимали. Да. Не, они реально покуривали. У них были Вейдерс и Драгонфлай. Они были просто вообще в идеальном, всем готовили, приносили им... Торчал, так, свои потом, водители опа, личные опа. Были. Редко для стоял. Них возможность проявить себя творчески. Поэтому, конечно, стоит им позавидовать, конечно, чем мы и занимались все это время. Позавидовать и сказать спасибо. Ну, конечно, спасибо. А как еще? Конечно, спасибо. А как еще? Они же могут сейчас черт узнать, что наверстать. Как спасибо. Неважно, сколько б тебе, метр или три, костюм Dragonfly подходит на любого. Ой, блядь, хватит уже, пожалуйста. Че сидит-то, я не понимаю вообще. Опять ты нюхнул, что ли? Сегодня начинается мой новый фитоблог. Я расскажу вам, как быть красивым и при этом быть байкером. Суровой Сибири. Это дорога! Наша команда нас бросила. На съедение комарам и медведям. Знакомьтесь, меня зовут Михаил. Нет. Я профессиональный дайвер. Бля, мы не смеемся, блядь, мы тебя застрелили. Ну что, на пацанской технике будете кататься? Владимир Николаевич, это Василий Антипов, турбаза «Чистоп».
такая информация по вашему УАЗику, который стоит на перевале Дятлова. Ребята, туристы вчера приехали оттуда, говорят, ваш УАЗик медведь посетил. Он там на задние лапы стоял, выглядывал в окна, что там в УАЗике. Короче, левый бок он когтями поцарапал и дверную ручку оторвал. Ну, вот так, в общем-то.